Итак, настоящий футбольный театр приютил сегодня моего коллегу Константина Генича. Посмотрим на состав хозяев. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Состав Манчестер Юнайтед. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Парк, настоящий футбольный театр, приютил сегодня моего коллегу Константина Генича. Посмотрим на состав хозяев. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Состав Манчестер Юнайтед. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Парк, настоящий футбольный театр, приютил сегодня моего коллегу Константина Генича. Посмотрим на состав хозяев. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Состав Манчестер Юнайтед. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Парк, настоящий футбольный театр, приютил сегодня моего коллегу Константина Генича. Посмотрим на состав хозяев. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Состав Манчестер Юнайтед. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Парк, настоящий футбольный театр, приютил сегодня моего коллегу Константина Генича. Посмотрим на состав хозяев. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Состав Манчестер Юнайтед. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Парк, настоящий футбольный театр, приютил сегодня моего коллегу Константина Генича. Посмотрим на состав хозяев. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Состав Манчестер Юнайтед. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Парк, настоящий футбольный театр, приютил сегодня моего коллегу Константина Генича. Посмотрим на состав хозяев. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Состав Манчестер Юнайтед. Тройка нападения выглядит внушительно.
И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Очень серьезные деньги по тем временам. Да, и что любопытно, Басби попросил скидку в 1 фунт и купил Тейлора за... Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Поль Погба. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Поль Погба. Вне игры, фиксирует боковой.